Невероятно! Он собрал все 5 частей. Медальон собран. Он справился. Я так и знал. Ты должен мне полтинник. Теперь, если мы сможем отправить тебя на Сириус, Ментал обречен. Если сможем? Что, с этим какие-то проблемы? Ну, как бы сказать... Планета Сириус защищена непробиваемым щитом. Непробиваемым даже для нашей силы. Тебе понадобится весь флот Альянса. И могучее оружие, чтобы пробить щит. И где я все это возьму? Это Кронор, небольшая луна, вращающаяся вокруг Сириуса. На ней расположена база, которая защищает Сириус и на которой содержат заключенных. На этой базе томятся 1000 воинов Альянса. В холодном полушарии Кронора находится другая база, обслуживающая самую мощную пушку во Вселенной. Если ты найдешь пушку, то мы сможем воспользоваться ею и пробить щит Сириуса. Сэм, ты должен освободить воинов Альянса. Затем они захватят вражеские истребители и будут ждать тебя на орбите, пока ты не выстрелишь из пушки. Считайте, что все уже готово. Ух ты! Друзья, иногда приходит время, когда каждый должен стряхнуть оковы рабства. И это время пришло. Если вы будете готовы сдаться, то просто вспомните мои слова. Если мы начнем сейчас, то... без сомнений не будет... шанса подняться и победить Ментала. Будьте отважны, входя в эти корабли. Судьба ожидает вас. Черт, не сработало. Вперед! Я догоню вас позже. Здесь еще осталось несколько дел. Черт! Здесь холодно! Планета Сириус защищена непробиваемым щитом. Непробиваемым даже для нашей силы. Нам нужна эта пушка, чтобы атаковать Сириус. Удачи!
Чтобы сделать омлет де фромаж, разбейте два яйца. Тонко нарежьте сыр бордо. Слегка обжарьте на сковородке лук и добавьте яйца. Добавьте сыр и слегка посыпьте петрушкой. Сегодня у меня удачный день. Эта малышка тут все хорошенько подогреет. Что ж, давай выбираться отсюда. Я чую засаду. Думаю, 5 минут хватит. И... Подожди. Чёрт! Ау! Есть здесь кто-нибудь? Впечатляет. Чёрт, и что теперь? Ну, конечно! Пора серьезно поразвлечься.